Вот, ребята, вышел на край выруба. Короче, тут я находился с той стороны делянки, а собака вот тут работала. Сейчас уже собака вернулась. Получилось, от меня где-то было метров 650. И все, не знаю, сколько было вот тут говнецо, но это старое говнецо. Это не ночное. А вот, вот посвежее. Тут вот это было все хозяйство. Осинка завалена. Ну все, вот натоптано тут. Да, хорошо натопано. Ну что ж, не удалось. Ладно, будем двигаться дальше. Охота продолжается. Наверное, в этом сезоне что-то вообще у нас получается такая тема, что... А, так это теленочек. Тут все следы такие, это теленочка. А теленок, если один без мамки, так он... Это корова с теленком еще может покрутиться. А теленок без мамки, так он сразу стриганет. Ну, вот у меня получилось, она, короче, 960 с чем-то метров, ну почти километр прогнала. И вернулась. И поэтому как бы получается вот такая тема. Тепло очень плохо, блин. Очень тепло. 10 градусов на улице. Вообще не люблю в такую погоду охотиться. Жарко, блин. А, собака чешет. Ой, собака молодец. Да, это он. Все теленочек, следы маленького. Где-то и коровешка тут ходит. Ну ладно. Будем бычка искать. Корова с телятами нам не нужна. Мы их не отстреливаем. Только если уже после Нового года бумажка будет, так стрельнем там. Сигалеточка. Так, пока. Ладно, продолжаем. Вот, ребята, вышел на такую теляночку. Старую. Вид, короче, как в сказке. Все в тумане. Отличный видон. Лосей пока нету. Сегодня обещали ветерок. Ветра нету. Все, короче, в тумане. Но вид вообще капец. Кикиморы еще болотной не хватает. Вот у меня и Эльтуша вернулась. Ну чего ты, собака? Проверила тот угол, да? Ничего там нету. Ну пойдем дальше. Че, двигаемся дальше. Нам с тобой только вперед. Ничего, сезон. Сезон я открыл. Начинаю помаленьку ходить, бродить. Ребята, такие покрызы здесь у нас. Вышел. Да, свежие. Это все свежее. Собака сбегала. Уже, короче, где-то метров 250 туда направо. Соточку туда сходила он. Походила. Нифига, вот посидел, подождал ее. Вот и заячий помет здесь есть. И зайчишки тут все, короче, грызут. Все грызут осинки. Ну а здесь походил, посмотрел. Корова с теленком. Ну запах причем. Причем запах лосиный стоит. Псина этой воня. Или просто ива так пахнет. Вот там вот еще осинка. Тоже все обглодано. Где, в общем, нападало. Так что вот, ребята, открываю сезон, хожу. Пока ничего. Вот помет тоже здесь. Вот это теленочек. Ладно, идем дальше.
слайнула. И все. И уже 329 метров. Что, ребята, короче, такая тема у меня. Заканчиваю охоту, вышел на дорогу. Короче, вчера около получилось около что-то 16 с небольшим кружок я завернул километров, естественно. Вот. Сегодня у меня получилось, ну, короче, чуть побольше 12. И вот сейчас мне посмотрел, короче, по навигатору пятерочку с небольшим до машины шлепать. Вот. Ну что, сезон открыл, в принципе, как бы, в принципе, все нормально прошел, то есть собака поработала в одном месте, вчера, значит, там поработала, но работа это, конечно, сложно назвать, так, полайка была, минут, может, какая минут, секунд, 20-30, и все, потом лоси тронулись, километр, что-то, не помню, там, километр с небольшим, короче, бросила она их, даже они не остановились. Сегодня, значит, что получилось, на осинках ходил там, и осинки навалены, поднял корову с теленком. Вот. Ну, корова с теленком, соответственно, чесанула тоже. Ну, попрошел я за ней еще раз, останавливались они, то есть еще собака работала. Попрошел, ну, как бы мне неинтересно они. Вот, коров с телятами мы здесь не трогаем, поэтому как бы бычков пока нету следов. И не можем понять уже, вот сколько лет охочусь, да, здесь не могу понять. Вот как морозит там, еще что-то как-то, да, зверь появляется. Как только вот такая теплуха у нас, ноябрь месяц уже, на улице просто плюс 10. Испарина сумасшедшая, просто идешь невозможно. И лось куда-то, вот зверь весь отходит, просто весь отходит. Ребята тоже вот ползают там с собаками в другой стороне. Тоже, говорит, вчера сколько расстояния обошли там, ну, это вообще просто нереально, сколько они обошли. Я, то есть, побывал в Ивниках, побывал в Бару, там, в перемешку со старыми делянками, в свежих делянках побывал. Короче, на кромке болота побывал, кромку болота зацепил, проходил. Все места разведал, вообще не знаю. То есть, я, честно говоря, просто не понимаю. Даже где они сейчас могут быть. Либо они отстаиваются, вообще жестко стоят. Просто не ходят на кормежке, что тепло, так. Скорее всего, что получается, едят, лежат. И особо у них передвижений вообще никаких нет. Вот. Так что, что, сезон начинается. Всем удачи, всем здоровья. Будем, значит, пытаться. Надо начинать. Бумажки взяты. То есть нужно охотиться. Но пока как бы цели и задачи у меня такой не стояло стрельнуть. Вот. Пока, грубо говоря, все разведка. Зверь подойдет, думаю, что-нибудь получится. Так что вот, всем удачи!